Всем здорово. Привет. Больше на тренировки не планировали ездить, но так получилось, что сейчас мы снова здесь. Снова будем пробовать, искать. Посмотрим, что из этого выйдет. Привет. На что? По грамм? Тиога Лаки Джон 2 грамма. Мормышка. Крюэл Лич. Сейчас посмотрим, сколько он сантиметров для себя. Сейчас по регламенту будет зачет от 10. И окунь. И бычок. Судак от 12. Судак от 40. Все как обычно. Так. Этот окунь подтянул на дну. 11 сантимов. Один сантиметр. Блин, Антох, вот таких. Целый. Коричневый. Нашли участок более такой серьезный. Это 15-й, да, уже? За полчаса. Приманку видишь уже. Ну все, я понял приманку. На соревнованиях. Джик-рик. Кунёк. На встречу. После двух тренировок на этой акватории стало понятно, что на соревнованиях мы с Антоном будем работать попеременно только мормышкой и джик-ригом с весом 3-4 грамма. В каждой зоне мы нашли по два перспективных места, на которых удалось парковать на берег самых крупных окуней. Приманками более-менее тоже определились. Это мелкие дюймовые твистеры и черви. На них у нас было больше всего поклевок. Правда, перед сожалением. Воблер и вращалки Калибло не то что не выстрелило, но даже не принесло за два дня ни единой поклевки. Всего нами было поймано 2 бычка. Концентрации его и понимания в ловле в данном конкретном месте мы так и не нашли, поэтому ставку решили сделать на окуня. Поставил 4 грамма джик-риг с крылличем, карамель с перцем. Первый же заброс течением сносит. За какое-то препятствие зацепилось. Все, зацеп. Я давай продергивать, никак не тянется. Я уже за леску тяну, думаю, сейчас оборву. Просто продергивается и сразу ту-ту-ту-ту. Окунище. Нет, не под сеткой, далеко. Там за травище, за всей фигней. Ну и забегая вперед, скажу, что соревнования выдались тяжелыми, рыбы было поймано очень мало, а наша команда в итоге скатилась далеко за середину списка в итоговом протоколе. Радует лишь то, что первое место в личке, как и в команде, да и сам кубок за самую большую пойманную рыбу поехал с нами в Дубну. Отлично выступил наш товарищ Степаненко Алексей.